Всем привет! Вы на канале Настя Ктос, и я очень рада приветствовать вас в этом видео. Последние мои видео начинались без приветствия. Вот, я что-то про него совсем забыла. В общем, приятного вам просмотра. Не буду много говорить, о чем будет видео, потому что, кому интересно, вы сами сейчас все посмотрите. Но как бы моему реквизиту, наверное, немножко понятно, про что. И я вам сейчас еще кое-что покажу. Та-дам! Смотрите, какая у меня теперь есть футболка. Вот, сейчас все расскажу, покажу. Вот, я тут уже стою перед камерой 5 минут, наверное, красуюсь, любуюсь этими прекрасными букетами. Вот. Так что с днем рождения меня, мне 26. И мы счастливы. Я и мой возраст. Так, пойду свой прекрасный реквизит поставлю обратно в воду и продолжим с вами смотреть видео. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Кто там? А вот и я. Ой, я тут намусорила листочками. Сейчас убежу быстренько. Ну вот извините, я снимаю такие влоги, да, лайф. Все как есть, а что, я даже вырезать не буду. Итак, продолжим. Фон такой, потому что там бардак. Ну, имеется в виду, что там много всего из-за того, что у меня день рождения, и я так все подраскидала, вот, поэтому там фон не очень, здесь как бы более-менее нормально. Как вы уже могли заметить, вот такая крутая на мне футболка. Мне ее подарили мои любимые подписчики, мои любимые девчонки из чата. Спасибо им огромное, просто футболка потрясающая. Я вам обязательно вставлю в видео весь свой вчерашний день, вы просто обалдеете, как он у меня прошел, что девчонки мне подарили, какие эмоции я испытала, и я снимала, и со стороны меня снимали, в общем, все вам вставлю здесь, так что влог обещает быть интересным. Вот, можете откладывать вязание, вязать у вас не получится, поэтому да, думаю, что вам должно понравиться. Чё? Сейчас будет распаковка того, что мне подарили девчонки мои, которые у меня в чате в Телеграме. Вот, их там 60 с чем-то, вот этих вот, которые решили устроить этот сюрпризище. Эмоции первые у меня были вчера. Ну, все, сейчас, да, вам вставлю дальше. Вот, но сегодня у меня вторые эмоции. Я как только эту футболочку увидела на себе, я уже снова окунулась во вчерашний день, вспоминая, как это все было. Ой, просто безумно потрясающе. Я была шокирована. Ну, никогда таких сюрпризов у меня не было. Ну, это было прикольно. Мне очень-очень понравилось. Было страшно, непонятно, куда меня там ведет Юля. Я вообще не понимала. Ну, то, сейчас все увидите дальше. Вот. Ну что, давайте это. Я вам все сначала вставлю, весь вчерашний день, а потом мы с вами посмотрим распаковку. Я думаю, что пролистывать вчерашний день и смотреть распаковку не нужно. То есть посмотрите видео полностью, вам очень понравится. Я там везде пищу, визжу, что-то улыбаюсь, плачу. В общем, прикольно. Я сама несколько раз пересмотрела и сейчас при монтаже тоже все посмотрю. Но футболка, конечно, кайф. Девчонки, прям спасибо большое. Сейчас еще покажу. У меня в таком же цвете есть теперь и белое. Белое и черное. Но я не гладила. Вот. Времени вообще не было. Ладно, чуть-чуть расскажу. Вчера все вот это вот сюрприз, да, я еще в домике продавала. Ко мне подружка, сестра приехала. Мы как бы вечером тоже приехали поздно после домика, все вместе там продавали игрушки, работали, вот, посидели немножко, там пиццу поели,
И вообще времени не было ни заснять распаковку, ничего. Поэтому вот сейчас я вырвалась, Юля. Спасибо Юле, что она сейчас в домике, продает наши игрушечки, вяжет, работает. И я вот сейчас быстренько засниму вам распаковочку и помчусь обратно к ней в домик. Вот. Так что, погнали. Дорогая наша Настя. Поздравляем тебя. С днем рождения. Желаем никогда не опускать своих рук. Ведь они у тебя золотые. Желаем всегда верить в себя. Ведь ты источник прекрасных идей. Мастерица настоящих шедевров. И пусть в этот день рождения твоя жизнь поменяет курс. И на горизонте станет еще больше увлечений. Больше возможностей. Больше вдохновения. Больше успехов. Желаем терпения и сил. Здоровья и энтузиазма. Желаем достатка времени и финансов. Для воплощения всех задумок. И гениальных творческих планов. Мы тебя любим. Мне очень-очень-очень приятно. Пора бы уже спать ложиться. Вообще-то мне завтра как бы игрушки идти продавать на работу. Ну как на работу? Ну да, в домик. Едем на работу, в домик. Уже катаемся вокруг парка, ищем, где припарковаться. Я такая нарядная. Колеровка в любые цвета и оттенки, любых объемов. Давно делали. Так, пойдемте проследим за Женей. Так мы открываемся. Ну, сейчас я вам покажу. Я даже не заметила сразу. Смотрите! Поздравляем! Это Юлина. А как я не заметила? А вот еще подарок. Я слепая, короче. Юля, блин. Я это заметила спустя, наверное, минут 10, как тут нахожусь. Ой, блин, а когда, во сколько? Юль, ты во сколько это успела сделать? Ты когда ты это? Ты когда? 26. Юль, если ты... Ну ты же смотришь мой влог. Потому что сегодня к нам придут самые волшебные сказочные герои. Самые неповторимые. Пошли. Я куда-то иду. Юля, ты где? Куда? 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 Пойдем туда. Нам туда. Пойдем мимо елок. Пойдем.
куда мы идем? Поздравительную речь слушать мы идем. А что, прям ВВ будет? Не, ну ВВ я обеспечить не могу, но... ВВ это слишком. Как саму себя ты заснять? Ладно. У меня сегодня выходной. Не переживай, там будут корреспонденты. А, да? Корреспонденты тоже будут? Да, корреспонденты тоже. Ох уж этот шабаш, чую. Юля сказала, что она приехала в 7 утра, чтобы надуть мне шарики, которые вы видели, я вам показывала сейчас на видео. Я вообще не понимаю, куда она меня ведет. А Женю почему мы не взяли? Потому что он работает. В смысле? С днем рождения! Девочки, там Мишка одевается. Вон мальчишка такой молодой прыгать будет, поздравлять. Вот, короче, букет, который будет дарить Миша. А это корзина с пряжей. Но это еще не все, как бы еще целый мешок с пряжей. И еще футболки и шоколадки. Это будет следующим этапом, когда вот это все пройдет, чтобы она выдохнула немножко. Вот оттуда она пойдет. Я тут буду вести скрытую съемку. Вот, вот уже колонку припер Мишка. Вот здесь будет музыка играть. И, короче, Миша будет танцевать. Миша уже почти готов. В такой жилеточке, в бабочке, прикольный. Та-дам! Миша готов. Возьми букет. Это не я, это все. Через поле переплыть все реки, там на другой планете ты найдешь его, он в золотой карете. Один на свете ждет уже много лет твое тепло. Yeah.
Как вы думаете, что делает Настя? Настя подглядывает за тем, кто же внутри мишки скрывается. Привет! Заснять во весь рост хотя бы. Спасибо большое! Да, блин, обычно в мой день рождения каждый год дождь. 27-го всегда дождь. Там водички не приятно, там-то нормально вообще. Мы хотели возле домика, да. А там места, да, нет? Нет, там сейчас поют, там представляешь, ты бы до него не дошла. Мы сейчас подглянем, кто был в мишке. Он там раздевается, смотрите. Я подглядываю. Спасибо! Оу! Подружились! Ну, аплодисменты, Рудочка, аплодисменты, шлянки! Итак, друзья мои, вы готовы узнать слово, которое у нас получилось? Давайте мы с нами вместе его произнесем. Готовы? Итак, это слово «Лето». А летом у нас что? Каникулы. Правильно. И мы готовы принести клятву. Клятву готовы принести на лето, на каникулы. Паса спортом. Клянитесь не вешать нос, не лениться, не плакать, не стонать, не жаловаться на трудности и скуку. Клянетесь классно проводить время. Ну что ж, друзья мои, и давайте еще один танец мы подали вместе. Танец лета, который будет вместе с нами танцевать все сказочные герои. Короче, вот наша тележка с пряжей, вот еще подарочек, где все остальное, вот и условно все сбудется. Там футболочки, поздравлялка, шоколадки. Короче, мы пошли на второй этап. А ну-ка выходите, пожалуйста. Вот она! Это все от всех нас! Это пряжа! И вот еще! Итак, друзья мои, вы готовы узнать слово, которое у нас получилось? Давайте мы встанем и вместе его произнесем. Готовы? Итак, это слово «Лето». А летом у нас что? Каникулы, правильно. И мы готовы принести клятву. Клятву готовы принести на лето, на каникулы. Итак, когда я буду говорить, вы кричите «Клянемся». Итак, клянитесь быть добрыми и дружными. Клянитесь быть помощником старшим. Клянитесь сделать по утрам зарядку. А заниматься спортом? Не лениться, не плакать, не стонать, не жаловаться на трудности и скуку. Клянитесь классно проводить время. Черная такая, ну, же, да? Друзья мои, и давайте еще один танец мы подали вместе. Танец света, который будет вместе с нами танцевать. Все сказочные герои.
это я не буду распаковывать. Спасибо. Это сложный выбор. Это какой-то чудик. Это сова. Сова. Все, выбрал. На солнце. Ну кого ты там ищешь? Кто там? Качество, конечно, классное. Смотрит на меня. Ну все, да, я видео сделаю. Только что довязала заказ, уже его отдала, и вот, быстренько вам большое спасибо запишу, вот, и все остальное во влоге постараюсь смонтировать завтра, послезавтра или в понедельник, потому что сегодня гости небольшие будут, поэтому я не знаю, когда найду время ночью, чтобы влог смонтировать, но спасибо большое, мне очень-очень-очень приятно, я прям хожу, плачу и радуюсь. Букет вообще, смотри. Для тех, кто не видел, да, букет просто шикарен. Футболочки, все во влог, все померяю, потом обязательно все покажу. Я сейчас как бы на работе в домике, поэтому извините, если буду долго всем отвечать. Вот, и я все вижу, все читаю, пытаюсь реакции ставить на то, что я прочла. Так что спасибо вам большое. Кто там? Привет! Ой, какая ты красивая! Лучше, чем я выгляжу. Это же ничего. О, какой ты красивый! Поздравляем тебя с днем рождения! Желаем солнечного настроения, любви, радости и благополучия! Хотя окружают только добрые и отзывчивые люди. То есть не вы? Не мы. Подожди, кто-то другой. Это убери вообще. Мы, короче, несли шарик, и мы его не донесли, и он лопнул. Это вот тебе. Спасибо. Спасибо. Дом, да. Спасибо большое. Ой, Ира, подарок мой. Спасибо большое. Ой, вы тоже все мокрые. Это тебе шоколад. Мы спасибо. Ее вместе. О, спасибо. Да, круть, круть, круть. Шарики вообще огонь. Да, только... Все, сейчас я выключу. Пойдем. Танцуй! Оп, оп, оп. Пойдем плотно. Друзья тут тоже пришли. Вон шарики подарили, подарочки. Вот тоже здесь вот Юля утром все цепляла, видимо. Красотища. Ой, вот тоже Юля мне подарила. И все рукодельные такие прям подарочки. Вот девочки мне тоже это подарили. Букет. Букет вот такой из пряжи. Здесь вот тоже коробочка с подарочками от девочек. Тут вот тоже от девочек. Корзинка с пряжей, блин. Обалдеть. Вот, и Женя еще большой, огромный просто мешок тоже в машину убрал. Я обязательно все засниму, как время будет после работы. Вот, обязательно все засниму, все покажу вам. В общем, класс. Что, да, бы... нет, да нету там? Да ты бы мне уже позвонил! Привет! Привет! Не услышала, что нет. Нифига ты на работе, наверное. Мы снимаем без подарка. Да? Почему ты без подарка-то? Здорово, малая! Я вообще-то... Почему ты без подарка? А где подарок? Нету. Какой подарок? Я вообще вещи стирать не могу. Капец! Ты подвела блогера сейчас. Зря камеру включила. Пам-пам-пам-пам. Ой, плохо видно. Пам-пам-пам-пам. Дубль два. Нормально. Это вторая футболка девчонки, которую мне подарили. Белого цвета. Я не стала на камеру примерять обе, потому что я боюсь ее испачкать. Вот, но черненькая, это какой, я уже вам показалась в ней. Выглядит вообще потрясающе. Вот поближе вам рисунок. Спасибо большое, просто, блин, ну круто, очень круто, прям, просто балдёж. Так,
Так, это я складываю и сразу вам сейчас покажу. Так, это Юля мне подарила. Тоже сейчас с вами посмотрим, что там лежит. Это вот девочки вы мне подарили. Вот такой букет классный вообще, просто. Будет у меня теперь стоять, напоминать о моем 26-летии. Поставлю его на шкафчик с пряжей. Точнее, не поставлю, а вот положу. Вот так положу. Вот. Я так подразумеваю, что зеленый — это жабки мои, а желтый — это мои уточки. Ой, ну, это как я подумала, ассоциации с этим цветом. А как девчонки думали, я думаю, они сейчас нам в комментариях напишут. Мы посмотрим, совпали ли наши мысли. Вот такой крутейший букет. Я вообще, когда его увидела у Мишки, ну вы же уже посмотрели, да, предыдущее начало влога, вот, и у Мишки был этот букет, и мне Оля кричит там, возьми букет, ну ему, наверное, неудобно было его держать, а я вообще вся в эмоциях, не понимаю, что мне делать, то ли снимать, то ли танцевать, то ли букет брать, куда смотреть, что делать, я вся растерялась, конечно, но как-то так, как оно есть, ну как бы. Вот, что таить. Вот, просто очень красиво, мне прям понравилось. Так, дальше. Дальше. В этой крутой коробочке все сбудется. Обязательно. Для меня очень важные слова, потому что, да, я надеюсь, что все сбудется. Здесь как раз были футболочки, и там без сладкого не обошлось. Я только вылечила зубки, но буду аккуратненько их кушать. Сразу давайте откроем. Я когда... Вы же видели, да, что я вначале... Оля-то меня снимала, и я там распаковала футболочки, посмотрела, вот. А вот это я не сразу заметила, уже заметила домой, когда пришла. Но открывать не стала, открыла вот только сегодня утром, то есть в воскресенье, на следующий день. Вот, и здесь как бы письмо. Письмо от девчоночек. Вот, и от кого подарок. Вот, письмо от девчоночек. И всем 66 девочкам я очень-очень благодарна. Говорю огромнейшее, просто нереально огромнейшее спасибо. Я никогда не забуду эти эмоции, как я этого медведя увидела. Думаю, куда меня там Юля ведет? Вот, я не смогу перечислить, потому что... Я уже устала разговаривать, вот, улыбаться. Я сейчас улыбаюсь за кадром, потому что, ну, как я без улыбки это все буду снимать. Вот, спасибо вам огромное. Вы просто нереальные. Эмоции потрясающие. Вот. Девчоночки, спасибо. Так, это я складываю. Вот, ну и, соответственно, вот эти пожелания, которые здесь написаны, я утром прочитала и сразу же снова окунулась во вчерашний день. И думаю, ёлки-палки, вот надо же так, как жизнь у меня складывается наилучшим образом. Так, дальше. Дальше еще был вот такой подарочек. Мы сейчас с вами его тоже распакуем. Ну, я открою без камеры, то будет шуршать сильно. Вот, и посмотрим. И покажу вам мешок этот огромный пряжи, который Оля дотащила. И Женя сказал, что он еле-еле его в машину дотащил потом. И домой на третий этаж еле занес. Я его из комнаты в комнату везла сегодня. Ой. Так, это Юлин подарок. Ой, корзинка-то какая приятная на ощупь. Так что у меня теперь в домике есть новая корзиночка. Я ее обязательно для чего-нибудь приспособлю. Очень-очень классная. Здесь вот, да, тоже были вот свечечки 26. Просто класс. Я, конечно, не задула, но я обязательно вечерком загадаю желание. Вот, за ужином. И задую свечи.
Так, открыточка. Надеюсь, Юля ее подписала. Подписала. Вот, я люблю, когда открыточки подписаны, чтобы я хотя бы помнила, от кого эти открыточки. Так, это коллекция моих открыточек. Так, что тут есть? Что тут есть? О, смотрите. Юля, спасибо. Крючков не бывает много, потому что я их периодически, они все равно у меня стираются, вот эти вот ручечки. Ой, а тут они это не резиновенькие такие. Ой, они тут даже пластиковые вроде. Это я сейчас по зубам постучала, да? Только их недавно вылечила. Сумасшедшие. Так. Так, сумасшедшие. Спасибо большое, Юль. Крючки очень красивые, прям. Розовый, розовый, прям девчачий. Вот, потому что я разрываюсь на два дома, имеется в виду, что у меня и дома должен быть комплект крючков, и на работе в домике. Вот, и это я либо на работе, либо дома оставлю, еще подумаю. Вот, чтобы у меня всегда были крючки, наверное, в домике лучше. Потому что шестеркой я из велюта вяжу, пятерка иногда тоже, 4,5 из всего вяжу, это из полухлопка могу вязать. Вот, поэтому мне все они пригодятся. Юль, спасибо большое. Так, ну и пряжа. Вот здесь какие-то разноцветные Ализе Софти Мега. Вот цветная такая и голубенькая. Такая вот голубенькая. Голубая. Луна, хотела сказать. Какая-то такая песенка есть. Так, ну и вот здесь еще 4 моточечка. А корзинка? Вот это тоже велюта. Уже все, наверное, знают. Я уже, наверное, всех подсадила на эту велюта. Вот, она классная. И мне она очень нравится. Берем. Вот здесь прям вот корзинка. Я, конечно, до сих пор испытываю восторг. Очень-очень классная. Прям крутая. Все, сразу сейчас в домик заберу, отвезу. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас тут. Это вот, ой, тоже было как бы, типа, знаете, вот тут мешок рядом со мной стоит с пряжей, а это как бы, вот, да, вот мы столечку подарили, и мишка, и я такая, ой, типа, вообще круть. Потрясающий букет. Вот это тоже упаковали классно, потому что корзинка мне тоже в домике пригодится. И пряжи, и сюрприз с медвежонком. Думаю, вообще балдеж. А потом, ну вы, наверное, уже посмотрели, а потом там Оля мне привезла этот огромный мешочище. Я просто, конечно, офигела. Ой, у меня такого синего, кстати, не было еще ни разу. Я хоть наконец-то попробую те цвета, которых у меня не было. Ни разу еще такого не видела вживую. Очень красивый, насыщенный. Такого, мне кажется, у меня тоже не было вживую. Но я могу ошибаться. Вот такого тоже не было вживую. Вот этих вот такие синеватые оттенки, да, я не покупала. Поэтому... О, так там много... И тут много, блин, ну вы чё, как так-то, ёлки-палки. Короче, тут пряжа, её много, давайте ещё вытаскивать дальше. Ой, в общем, тут тоже пряжа. И здесь тоже пряжа. Молочный, белый, зелёненький тоже. Не бирюзовый, а какой-то другой цвет, как его назвать, не знаю. Я из него тоже лягушек вязала. А корзинка вон мнется, вообще круть. Ко мне привязалось слово в последнее время «босяцкая». Так что корзинка «босяцкая». Вот, давайте обратно все сложим. И перейдем тоже. Я распакую, покажу вам цвета и масштабы всего бедствия, потому что я ждала видео, ну, чтобы я засняла распаковку, потому что сразу хотела на видео показать. Так, сейчас я вот это все уберу. Так, чтобы вы понимали масштаб всего бедствия, я сняла вас со штатива. Так, это... Ой, тут палочки от суши валяются, я уронила. Так, а, кстати, пока я тут показала, это вот мне сестра подарила вот такие тапки кроксы. Вообще круть. Ти-ди-дим. В общем, вот. Такая вот огромная мешочище. Он очень тяжелый, еле-еле подъемный, но еле-еле.
Давайте мы с вами сразу тут все распакуем аккуратненько. Аккуратненько, чтобы пряжу не задеть. Так, аккуратно. Аккуратно. Бам-бам-бам-бам. Опа! Ю-ху! Ну все. Давайте сейчас я буду вытаскивать. Давайте, знаете как? Я прям отсюда буду вытаскивать. И вот туда просто бросать вот так. Опа! 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 Жесть! Как много просто! Обалдеть, смотрите! У меня не было такого фиолетового. Класс! Голубой мне нужен! И этот закончился. А-а-а, блин! О, какой красивый! Так. Так. А потом мы посмотрим масштаб всего бедствия. Так. Голубой тоже закончился. Вау, вау, сколько там всего! О, и рыжий, рыжий, рыжий у меня тоже закончился! Не могу его достать! О, спасибо, спасибо! Вот прям мне очень он понравился, очень красивый, классный. Так. Так. Вот такого у меня не было тоже. Ой, смотрите. А, нет. Какой-то он прям... Не было такого, мне кажется. У меня был темно-серый, но этот какой-то голубизной он дает. Вот такого тоже вроде бы не было. Но, знаете, я могу наврать, потому что я иногда могу забывать, что у меня там было, чего не было. Вот, черненький. О, серый, серый, на котиков, все на котиках. Ой, там он нежный тоже, оттенки красивые. Во-во-во-во. Ой, упал. Ладно, сейчас подниму. Ой, это низ уже. Низ нужно, в общем, отключиться и достать двумя руками. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. Сейчас подраскидаю немножко по кровати. Вы там что? Это, всю палитру скупили, что ли? Жесть! Девчонки, я вообще в шоке. Спасибо огромное. Мне безумно приятно. Я до сих пор не осознаю, что я еще предыдущую пряжу не потратила, которую вы мне подарили, а вы мне еще тут новую подарили. И я понимаю, что мне теперь даже и пряжу покупать-то не нужно. Только вот вяжи, вяжи, вяжи. Блин, ну класс. Просто потрясающе. Сейчас я тут, да, давайте раскидаем. Как все раскидать-то? Как все раскидать-то? Ой. Просто жесть. У меня ничего не вмещается, девчонки. Я не знаю, как это разложить. Я не дотягиваюсь. Ой. Так. 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 Вот. Ну, более-менее разложилось, чтобы, да, было видно. Ой, в общем, у меня даже голова закружилась, потому что тяжело. Тяжело наклоняться. Ой, вот еще пачка упала. Еще как бы, чтобы вы помнили, да, вот здесь пряжа, еще вот Юлины тут моточки. Просто обалдеть. Ой, это, наверное, больше, чем у меня есть в запасах. Ну, нет, конечно, но прилично. Очень-очень много. Очень-очень-очень-очень много. Вот давайте так пробежимся с вами. Прям все цвета есть, и розовый, и белый, и бежевый, и голубой, и синий, и горчичный, и зеленый, и самый вот этот нужный ножабулик, который я использую. Ой, 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 ой. Ой, давайте я переверну, наверное, камеру. Как встать-то? Не знаю. Так, в общем... Чтобы и футболочку было видно, хочется, может, вас опустить немножко. Ой, это множко. Так, да, скрипучий штатив, но он хороший. Кажется, ничего не изменилось. Хочу просто, чтобы и букетик было видно, и футболку вашу классную было видно.
хочу сказать вам огромное спасибо. Ну, у меня, как всегда, все без записи импровизировано. Вот, я сейчас смотрю на вот эту кучу, которая на кровати, просто пряжи. И я не знаю, куда ее девать, у меня места столько нет. Вот. Спасибо вам большое. Я не знаю даже, что здесь можно сказать. Ну, как бы, наверное, вот то, что в начале было влога, все вот эти мои эмоции, которые я вчера испытывала, все эти пищания, визги, просто слезы, какие-то там непонятные, в общем, все можно сразу понять, что задумка удалась, кажется, ей понравилось, вот, потому что мне действительно понравилось, я была очень удивлена. Я бы даже сказала, что я была необычайно удивлена, я вообще такого не ожидала. Я скажу честно, я могла немножко догадываться после вашего шабаша, который вы устроили на обмене подарочками, я могла немножко догадываться, что ну что-то могут там, например, подарить, да? Ну, то есть какой-то подарочек сделать, потому что уже что-то было, но чтобы вот это было вот так, чтобы еще и Юлю подговорить. И Юля там, ой, блин. И Юля тоже, пойдем. Куда пойдем, блин? Ну, круто. У меня просто, да, словарный запас закончился. Я просто мало читаю, поэтому тупее с каждым днем. Шутка. Да, вот, поэтому спасибо вам большое. Мне безумно приятно. Просто невероятные эмоции я испытала снова. Сейчас тоже стою, улыблюсь, и у меня уже скулы сводят от этой улыбки, потому что, ну как не улыбаться, если, ну, мне приятно, меня переполняет чувство, чувство. Меня переполняют хорошие и приятные эмоции, от чего мне прям вот тепло на душе, что аж вот жарко становится. Я стою, мне очень жарко от того, что мне прям внутри тепло от осознавания того, что, ну как бы это ни звучало, чужие какие-то люди с разных уголков нашей страны и не только, ну вот, как бы меня так поддерживают. Устроили такой приятный сюрприз, подарок и от девочек, от всех, вот, ну как, это же невозможно, это безумно приятно, я чувствую себя счастливой, ну, я и так как бы счастлива, да, я чувствую себя счастливой, но от осознавания того, что у меня вот есть такие единомышленницы, девчонки, которых я сплотила, от этого еще более тепло, глаза на мокром месте. Я пытаюсь не плакать, да, чтобы не переснимать, потому что мне времени очень мало. Вот, о чем я говорила. О том, что мне безумно приятно, вот, и что радостно, я счастлива от осознавания того, что вот у меня за моей спиной, за моими плечами есть вы. Да, спасибо вам большое. Те, кто посмотрел это видео, например, и впервые меня видят, я вам скажу, что если вы еще не подписаны, подписывайтесь, оставайтесь с нами, потому что с нами весело, с нами классно. Внизу есть ссылочка на Telegram, не всех принимаю. Вот, иногда кого-то удаляю, но просто не нужно нарушать правила, нужно быть, да, честными и добрыми, и уважительно относиться друг к другу, и тогда вас никто как бы не удалит из нашего чата. Вот, девчонки, спасибо вам большое, мне очень-очень приятно. Что еще сказать? Я не знаю, что еще сказать. Ну, круто, классно осознавать, что есть такие люди, как вы, которые дарят мне вот эти эмоции. Это бесценно. Спасибо вам большое. Как сделать? Фу! Волосы мои. Как сделать сердечко? Вот. О, вот так. Вот вам. Вот, нате. Это вам. Вам.
Ой, блин. Да. Окей. Сейчас я все подниму. Пестек. Простите, пожалуйста, что вы упали, блин. Я не буду это вырезать. Букет тоже как бы на кровать свалился. Хорошо, я стою как бы недалеко от кровати, на которой пряжа была, и мы туда свалились. В общем, да, вот так без букета. Вот, жабуля, сердечко, вот это вот. Вам. Спасибо большое. Я надеюсь, вам понравилось видео. Я постараюсь его быстро смонтировать. И надеюсь, вам понравилось. И предыдущее, надеюсь, вы посмотрели, как я в Москву ездила в зоопарк. Вот, и что-то там тоже в домике порядок наводила. Так что да, спасибо, что вы есть. И от вас спасибо мне, что я тоже есть. Такая вот вся дурная, смешная и классная. Какая есть, такую и принимайте. Заобнимаю! Заобнимаю! Главное, что Тиф не уронит снова. Все, всем пока! Пока-пока-пока! Все, я пошла. Опа! Женя! Я все сняла видео. Я умничка? Да. Пищалка? Ну, какая есть пищалка? Что еще скажешь? Я тоже тебя люблю. Все? Да. Что да? Больше ничего не скажешь? Ну ладно. Я Женю отправила в другую комнату, чтобы он там сидел тихонечко, пока я тут вам распаковку сняла. Вот. Ладно, все, пока-пока. Так, я здесь уже приготовила девочкам посылки. Думала, не успею пастилу купить, но вот Женя доехал до магазина и купил вот такую вкусную пастилу. Вот она даже вроде бы прям максимально свежая, 26 мая. Вот, так что я сейчас девочкам, которые выиграли, ну, которым, да, рандомно повезло. Вот Оксана, Аня и Лена. Сейчас развяжу. Еще вот вложу туда пастилу и сейчас быстренько сбегаю на почту, отправлю, и потом побегу к Юле в доме, которую она там, наверное, сейчас уже скажет, где это там, елки-палки. Ну, она так, наверное, не скажет, не знаю. Но... Вот, и там смонтирую видео, и вы его посмотрите.